Помните мою историю про некроманта? Некромант в поисках вечной жизни начал скармливать всяким зверям, медведям, блять, и волкам и прочей хуйне с мяса трупов. И он из всего этого говна, что высирали животные, начал воскрешать людей. Люди рождались воскрешались уродливыми, страшными, тупыми, корявыми. Но некромант не отчаялся, и все больше уродов рождалось. И так до тех пор, пока у него не родилась целая армия говеных, корявых, непонятных живых мертвецов. И тогда внезапно... Блять, я так никогда не добьюсь вечной жизни. Я никогда не раскрою ее секрет. Но, по крайней мере, у меня есть армия живых мертвецов. А это значит только одно. Я всесилен, и я могу нападать на кого захочу. Тогда он напал с этой армией на ближайшую деревню. Армия говёных мертвецов начала подходить. Стражник заорал: «На нас нападает нечисть!» Все люди собрали оружие, щиты и начали защищаться. И защищаться было достаточно легко, потому что говёные люди разлетались только так. Они при этом не умирали. И так всю ночь боролись они. Говёные люди не могли нанести урона, потому что их удары были мягкими и теплыми. А люди не могли их нормально зарубить, потому что они просто размазывались. И так битва шла до самого утра. Пока вдруг ни с того ни с сего начало подниматься яркое, жаркое солнце. И вся говёная армия из-за солнца начала засыхать. И они разлетались в щепки от ударов булав и мечей. Армия говна была побеждена. А некроманта посадили в темницу и запихнули ему бутылку пива в жопу. И так до сих пор, по сей день, та деревня празднует эту славную победу. И именно тогда пряничные человечки и были придуманы. Да что ты, черт побери, такое несешь? Попадешь в ад.